Пацаны, всем... Нет, сейчас, блин. Люби, друзи, всем здрасте. С вами Волков Дэмин, и сегодня по многочисленным просьбам я решил снять, так сказать, так, как же сказать? Да легко сказать. Пранк алфавитом. Сегодня я разыграю одного из своих друзей. Пусть это будет... Ну, я не знаю. Не, Максим на парах, наверное. Ну, попробуем. Звоним Максу Армстронгу. Алло. Золотые купола, золотые купола. Братан, где ты? Ты брат за брат должны держаться. Алло, меня слышно? Вообще, да. Где ты сейчас? У меня конец. А делаешь что? Что-что? Делаешь что? Ехать будешь? На дискотеку! Ехать будешь, говорю? Ехать будешь ко мне? А что такое, что? Ёжика споймал. Ёжика споймал, говорю. Кого споймал? Ёжика. Ёжика, где? Жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. Я понял. Давайте я после пары выдумаю, окей. Ну, считай, что очень плохо слышно. Завтра ты приедешь или сегодня? Нет, сегодня вряд ли. У меня сегодня тренировка стоит. И когда мы будем снимать видео? Какое? Ёшкин кот, ну 100 обнимашек. Ну, короче, остался только я и Андрей или Вася. Тогда лучше завтра. Ладно. Потому что сегодня тренировка, я не думаю, что мы успеем. Тем более, что уже темнеет скоро будет. Может, успеешь еще. Ну так что? Нет, завтра. У нас сегодня греш. Ой, Максим, понятно. Работа, ты нашел работу себе? Работу нашел себе? Нет, еще нет. А сегодня точно у тебя не получится? Стопудово. Ну, смотря сколько, до скольки смотря. Если... фонарь ты, Максим. Так скажи, до скольки, до какого времени? До скольки. Хочешь, можем вообще ночью снимать. Хочешь сладких апельсинов? Так ты берешь это камеры снимала. Царь ты, Максим, можно и вечером снять. Царь! Я настоящий! Что ты хочешь? Я не знаю, ты не думаешь, что ты хочешь. Шикарно. Щука, вот, щука. Щука? Вообще-то это мне Сабина так называла. Тебя бывшая девушка называла щукой? Это круто. Это мило. А Юра где? Юра. Какой Юра? Максим, это был типа пранк алфавитом, я тебе хотел разыграть. И мне нужно было использовать каждую букву в алфавите. Я не пьяный, я должен был снять пранк алфавитом, и я при разговоре с тобой должен был пройтись по каждой букве. Ты что, должен был? Должен был пройтись по алфавиту каждой буквой! Капец, ты вред нёс. Мне кажется, просто такая же. Но зато ты попадёшь во влог, Макс. Ой, просто загнал. Ну хорошо тогда, давай, созвонимся после пар. Давай. В общем, такой пранк алфавитом получился сегодня. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы я позвонил в какую-то техподдержку или в какую-то доставку, и это было более трешовее и прикольнее, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на этот канал и...
всех вас чмакаю, лавкаю, вся... Ну, всем пока.